Из-за гололеда мегаполис сегодня встал в одной большой пробке. Затор на дорогах не только в часы пик. Это несмотря на то, что на улице Нур-Султана вывели почти 1000 единиц спецтехники. Юлана Чаус оценила ситуацию. В этом столкновении ушибы получили 5 пассажиров и водитель автобуса. Ситуация на столичных дорогах сегодня непростая. Причина – обильный снегопад и гололед. К этому часу уже зафиксировано порядка 100 ДТП. Теплеет, морозы, но и поэтому гололед. Опасно? Ну да. Если не соблюдать дистанцию, конечно, опасно. Много скользко, холодно. Надо, чтобы соль посыпали или песок с чем-то, чтобы скользко не было. Там уже авария была, только что видел. Машины врезаются друг в друга. По дорогам быстрее и безопаснее ходить пешком. Из-за гололеда на проезжей части скоростной режим минимальный. Столица весь день провела в заторе. В город вывели все столичные коммунальные силы, почти 1000 единиц спецтехники и 2000 рабочих с лопатами. За сутки они убрали 25 тысяч кубометров снега. За ночь в столице выпало 0,4 миллиметра осадков, и показатели не аномальные. Но снег продолжает сыпать весь день на фоне потепления, ветер. Этот микс и формирует опасную наледь на дорогах. Колонна коммунальных машин только пролетела этот перекресток, но, надо сказать, от этого асфальт не стал менее скользким. Он покрыт буквально тонким-тонким слоем льда, а сверху тут же сыпет мелкий снег. И это все превращается в каток. Реагентами, способными растопить тонкий лед, покрывают прежде всего опасные перекрестки и оживленные улицы. Главная рекомендация специалистов в таких условиях – передвигаться максимально аккуратно. Прогноз погоды на завтра – также небольшой снег, усиление ветра и понижение температуры. Юлана Чао, Жандос Султангазы, Хабар 24, Нур-Султан.